Забыли про нее. Базара, люди, которые, и базара тем более. Люди, которые приняли это решение, я думаю, что эта комиссия разберется. И кто сделал что-то неправильно, они будут наказаны. Давайте мы лучше поручим этой нашей комиссии, которая сегодня есть. Среди депутатов, ваш депутат Игорь Петрович, громада, есть представители. Давайте мы пропишем хотя бы какой-то элементарный план, который мы с вами внедрим, жизни, чтобы не ломать ноги, чтобы не были эти ямы. Но это ж кошмар какой-то, то, что у вас происходит. Поэтому давайте мы лучше перейдем в конструктивное русло, а не будем говорить, кто виноват, кто не виноват, кто прав, кто не прав. Потому что я знаю одно. Допустим, вот Жиночка, не знаю, как зовут, пришла, обратилась к Цимбалюку. Через сколько? Через неделю сделали. Это вам, это благодаря...